Такого рода инциденты в дальнейшем недопустимы. Месяц страна живет и обсуждает данную проблему. Я принял решение о наложении на вас дисциплинарного взыскания. При этом вы остаетесь на должности министра внутренних дел с сегодняшнего дня. Хотел бы высказать свое мнение по поводу инцидента, происшедшего 30 сентября. Я сам родился в семье ветерана войны Республики Абхазия и рос в окружении ветеранов войны. С первого дня я хотел принести свои извинения ветеранам, которые участвовали в данном инциденте, но мне не предоставилось возможным это сделать. Пользуясь случаем сейчас, я хочу извиниться за то, что произошло. Это недопустимо и впредь не будет такое допущено. Хотел бы лично, конечно, руку пожать тем ветеранам, с кем произошел инцидент, но пока такой возможности нету, но я надеюсь, что это будет. С учетом наложенного взыскания на меня, я готов приступить к своим служебным обязанностям и впредь не допускать таких инцидентов, которые имело место 30 сентября.